Для книжных гурманов на площадке перед библиотекой разместили необычное кафе. В меню книги на любой вкус. Десерт – це в нас завжди любовні романи. Гаряче – це нова література. І детективи – це гострі блюда. Пятилетняя Маша тут нашла для себя несколько интересных книг. Предпочтения в чтении у девочки необычные. Ламикова. И да, исторических животных. Микобы есть хорошие и плохие. Еще была чума. Ее никак не могли победить. И люди умирали из-за этого. Для самых маленьких читателей в отделе иностранной литературы состоялась игра «Поле чудес» на немецком языке. В перерывах между раундами дети отгадывали загадки. Was hat sechs Beine? Что имеет sechs, шесть Beine? Läuft aber auf vier. А бегает на четыре. Этажом выше, рядом с выставкой японской литературы, мастер по созданию оригами учит создавать причудливые фигуры из бумаги. Как бумага бросится, мы опускаем вниз. Раскрываем. Среди учениц японского искусства Валерия за 10 минут вместе с другими посетителями мастер-класса из обычного листа формата А4 создает фигуру кошки. Мне понравился мастер-класс, было не очень сложно, но некоторые элементы было не очень легко делать. Мастер-классы, лекции, викторины, презентации, книг – все мероприятия едва уместили 6 этажей библиотеки. Развлечения подготовили как для маленьких, так и для взрослых читателей. Главная цель – показать, что библиотека может быть не только познавательной, а современной и интересной. Для библиотеки очень важно быть, так сказать, модной и молодежной, потому что просто так уже не затащишь туда людей. За первые 2 часа ярмарка смогла привлечь 26 новых читателей. Евгения Ли, Екатерина Свириденко, Иван Демяненко, ТВ5.